знаете, для модернизации экономики необходимы инвестиции, потому что нужны средства для того, чтобы модернизировать инфраструктуру. Вот Банк Москвы, он специализируется на работе с городским хозяйством, и мы все хорошо представляем, что когда мы говорим о модернизации, смотрим эту часть нашего народного хозяйства, а именно ЖКХ, транспортную систему, то, что обеспечивает жизнеспособность городов, то, безусловно, нуждается в большой модернизации. И мы видим, что для этого нужны очень большие инвестиции, и очень много государств сегодня вкладывает в модернизацию инфраструктуры российских городов. На самом деле, очень важно для инвестиций прозрачность и понятность тех правил, в которых функционирует бизнес. Поэтому вот комплекс этих законов, закон о федеральной контрактной системе, ну так образно его называя, который начинает действовать с Нового года, это вот те изменения в законодательстве, то, что саму инфраструктуру, которая бизнесу позволяет инвестировать в средства, и, что очень важно, вместе с государством.